Отзыв на рассказ Чехова «Хирургия». Рассказ Антона Павловича Чехова «Хирургия» можно оценить по нескольким критериям. Во-первых, с точки зрения замысла, а во-вторых, со стороны той ситуации, которая описывается в произведении. Я думаю, что название рассказа вовсе не соответствует произведению. Хирургия – это большая ответственность, которой нет в рассказе. Есть говорящие фамилии, например, Курятин, описывается как курящий человек, который делает все кое-как. Сразу возникает ассоциация, как курица лапы. Такой человек не умеет что-либо делать хорошо. Действие фельдшера тому показатель. Лечил больного, не умея лечить и не имея навыков. Чтобы быть хорошим врачом и значимым для людей, нужно долго и упорно учиться. Курятин вырывает зуб пациенту инструментами, которые выбрал сам. Не знает и не догадывается посмотреть, чистые они или нет. Это говорит о безответственности фельдшера. Сделал вопрос между друзьями, нравится ли рассказ Чехова «Хирургия». Многие сказали «Да, поучительная повесть», а я так не считаю. Думаю, что произведение создано для высмеивания так называемого пофигизма людей. Ведь и вправду, многие выполняют свою работу кое-как. Так не должно быть. Если взялся за дело, доведи до конца и делай все правильно. Итак, концом сюжета становится вторая попытка вылечить зуб, но также неудачно. Потому что нет опыта и терпения. Я думаю, что Чехов хотел показать реальность жизни. Люди берутся за дело, не учившись, не лечат, а только калечат.